В каких магазинах Hello? Воу! Фу! Воу! Я после сегодняшнего видео, наверное, не засну. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений! Никогда не смотрите ТикТок ночью. Всем привет! Друзья, вы на Валеришка Геймс! Ребята, видели, какой криповый парень? Да. Я не знаю, почему, но мне что-то так страшно, друзья. Так, смотрим. Девочка нашла куклу. А что с ней? Фига себе, она же другая была. Могу я ее оставить? Конечно, почему нет? Как ты дела, милая? Привет. Ребята, что с ней происходит? Я не понимаю. Папа, забери у нее эту куклу, пожалуйста. Забери. Окей. Я, пожалуй, уйду. Мне нужно их раздавить. Куклы сказали, что им нужно их раздавить. Ого. Фига себе. Страшно как. Нафиг. Давно пора. Вау. Она возвращается. Ребят, напишите, кто из нас сегодня двоих выкинул. Правильно. Пока. Нафиг они нужны. Вау. Напишите, кто из нас сегодня больше раз испугался. И сколько раз ты? Он был в ловушке 3 дня. Кто? Они нашли... Никто не знал, жив ли он до того момента, пока команда... Не откопала этот затерянный корабль, не нашла этот затерянный... Короче, человек после кораблекрушения находился 3 дня в ловушке. И когда тонет корабль, бывает, получается, вот такие вот воздушные пространства, где есть еще воздух, и человек может дышать, но находиться на глубине. И вот смотрите, до него добрались водолазы. Это его рука, что ли? Рыба съела его всех. А, короче, всех остальных членов его команды поели. Вот он. Ребята, обалдеть! Представьте, как ему страшно. Кошмар, у меня же мурашки бегают. Жить там 3 дня. Жесть. Бедный человек. Представьте, в темноте, в воде, да. Без еды, без воды, просто неизвестно. А, ему просто надо было пойти. А, он выжил, потому что у него было 60 часов, у него была такая штука, которую он мог дышать. А, обалдеть. Ребят, кто сегодня из нас больше раз испугается, обязательно напишите нам в комментариях, лайкосик нам поставьте, если вам нравятся такие видосы. Доставайте. Вытаскивайте его и отнесите куда-нибудь домой. Очень на самом деле крипово. Отнесите его в госпиталь. Ну, я надеюсь, он выживет. В больницу его отвезите. Да, вот он, а это его команда. А, он был профессиональным аквалангистом. Он знал, как про погружение. Вот его семья. Ребята, ну видео жуть, конечно. Да. Так. Странные вещи у меня во дворе. Ну, медведи бегали, мы видели. А что еще? Ого. Кто это? Что-то пролетело тут. Ну, там какой-то комарик. Звуки? Кто это был? Это что такое? Это что за чудовище вообще нафиг? Это сбой камеры? Они нормальные. Это вообще такое бывает? Я принесу тебе немножко сока для кино. Сок. Вау. А что она упала? Кто там? Okay. Дверь закрылась. Но это можно подстроить. Hello? А там никого нету. Как это объяснить?
Видео не смонтировано, смотрите, подряд все. Кресла шатаются. Там никого нету. Убегай, убегай. Так, ночные кошмары, как выглядят твои ночные кошмары? Видели высоту, ребята? Кто боится высоты, напишите нам в комментариях. Да. Кто это такие? А, ну зверюшки. Не, кстати, когда ставят ловушки в лесах и проходят ночные животные, это довольно крипово выглядит. Так, смотрим макияж к Хэллоуину. Была нормальная девочка. Смотрите, в какое чудище она превращается. Божечки! Косточка. С маслом. Так вкусно это выглядит. Черное. Это декор к Хэллоуину, наверное. Вау, ребята, посмотрите, какая красота! Это пирожное. Круто, голову. Это что такое? Это, надеюсь, волосы? Это, надеюсь, парик? Может, это тело? Глазик сзади, ребята. Кто любит Хэллоуин? Это же с фильма Хэллоуин. Как его звали? Майкл Майерс, по-моему. Ребята, напишите в комментариях, как зовут этого. Обалдеть. А представьте, на вас смотрит из машины вот такой вот человек молча. И все просто уходят, не произнося никакого звука. Ого. Это же просто фу. Она, мне кажется... Ой, какая милашка. Не делайте только с ней ничего, пожалуйста. Ты будешь у нас ведьма. Вот тебе и шапочка. Смотрите, как она ушки опустила. Клево. Ребята, кто был в таких магазинах Хэллоуин? Вау! Он упал, походу. Ребят, я после сегодняшнего видео, наверное, не засну. Досмотрите до конца, если сможете. Да. Если сможете досмотреть до конца, вы просто бесстрашные. Макияж паука как можно сделать. Клево, друзья. Вау. Супер просто. А, это инструкция, как можно сделать под старину вот такую вот книгу. Какую-то такую вот криповую книгу с заклинаниями. Как помните, в Гарри Поттере такие книги в библиотеках всякие страшные, про всякие разные ритуалы. Смотрите, она промочила бумагу специальными какими-то растворами, сделала из коробки обложку. Сейчас она ее, посмотрите, намазала клеем, сделала для нее всякий разный декор. Друзья, смотрите, все наши каналы в описании под этим роликом, да. Ссылочки на все наши 7 каналов. Ребят, после этого видео переходите, подписывайтесь. Когда досмотрите эту всю жуть. Глаз. Тянется. Это получается как что-то клейкое такое. Ребята, какая классная книжка получилась. Вот такой вот на подарок кому-то сделать. Кто любит вот такие вот страшилки. Супер. Так, она рассказывает что? Если чихнуть в пудру, что будет? Шучу. А, как делать макияж. Друзья, если вы хотите, вы можете сделать себе вот такие вот прикольные штуки. Легкий макияж. Легкий макияж к празднику. Когда тебе скучно. Какой-нибудь. Это что такое? Это мы должны за твоей рукой следить? Как? Клево, ребята, как смонтировано, видели? Вау! Я думал, это живой человек, это кукла была, ребята. Ой! А вот это уже живой человек, я думаю. Это пранк. Давайте. Представьте, вы в магазине подходите, и перед вами это оживает. Это нереально страшно. Танцуй. Кто любит TikTok? Поддержите нас лайком, ребят. Ого, нравится. Вау. Театр. Маски. Фу. Он пришел к нам. Страшилище. Мы видели это с вами. Да. Как по луне, ребята, сейчас паук будет ползти. Синий, голубой. Мы не знаем, какого он цвета. Представьте его размер. Если он просто размером с планету. Это посиделки в лесу. Называется, зачем мы пришли в этот лес? Лучше бы мы этого никогда не делали. Да. Бабушка. Вау. Такая совсем недобрая. Так, город после апокалипсиса. Гиены гуляют. Вот этот, блин, Вася вечно. Глазастый. Поверни голову, посмотри туда. Это гигантская скалопендра. Так, здесь медведь, мы помним. Бежит.
Ребят, досмотрите до конца, лайкосик нам нас поддержите, я же заговариваюсь нафиг. Посмотри туда. Вот он! Ой! Это называется скачки. Наездник на котике. И его все пытаются догнать. Что это за чудовище? А это кто за нафиг пришел? Женщина. Да, мы помним. Убила кого-то. Чья-то нога. И вот она, смотрите, с битой, пронизанной гвоздиками. Киты летающие. Друзья, обожаю эти сюжеты. Да. Спасибо каналам, которые снимают такие тиктоки. Ссылочки будут в описании. Да, здесь Ферби был, по-моему, сейчас он вылезет. Ребята, обязательно смотрите наши предыдущие серии, посвященные посылкам на этом канале. Я была внутри машины, когда я это услышала, или что это такое? Последние четыре раза... Кто это? А, это получается как невеста? Я читал наверху, блин, прозевал! Представьте, чудовище стояло! Куда он пошел? А, он хочет найти что-то... А, я надеюсь, кто-то найдет его? Да. Что это такое? Я надеюсь, кто-то спасет его, кто-то поймает его. Вау! Видели, там кто-то вылез? Да. Обалдеть, кто это? Вот мы также смотрим это видео, спрятав носик. Фу! Зачем он и к нему вообще в рот залез? Это что это такое, ребята, было? Жесть. Друзья, поддержите лайк, если вам понравилось. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play, Games и Family. И Валерик, это Gamebox. Под этим роликом в описании все ссылочки. Переходите, найдите, они там есть. Мы вас очень любим. Любим. И стараемся для вас. У нас самый лучший. Всем пока. Пока-пока.